Не раз во время ремонтов исторических объектов обнаруживались интересные находки, старинные надписи, знаки, необычные предметы. То, что смогли открыть под асфальтом строители на площадке перед железнодорожным вокзалом, не могло не удивить. Элементы старинной брусчатки, по которой разъезжали еще в царские времена, хорошо сохранились. Учитывая то, что Брестский вокзал – это вообще одно из старинных зданий нашего, в целом даже Союза, а Республики Беларусь, таких зданий не было. Оно было обосновано в царское время. И вступил он в эксплуатацию 28 мая 1886 года. И фотографии, которые я вам показал, говорят о том, что действительно была брусчатка. То есть здесь не было ни песка, ни ям, ничего. Вот, потому что эти, вот здесь есть именно фотографии, где пассажиров подвозят, показано, что действительно была брусчатка. И когда сейчас строители начали вести реконструкцию площади, они вскрыли, и там эта брусчатка оказалась. Как показывают старинные фотоснимки, находящиеся в архиве музея вокзала, брусчатка на площади находилась не одно столетие. Когда-то это был отличный способ сделать удобным привокзальные территории, без луж и грязи. А сегодня для вокзала брусчатка – историческое достояние. Есть предположения такие, что она, конечно, разрушалась в период Первой мировой войны, потому что русские войска не устояли на подступах, здесь разрушили вокзал, и не исключено, что более 60%, что, конечно, это подверглось разрушению и самой брусчатки. Сама площадь была не в очень большом объеме, есть там ограничения, вот, которые говорят, что действительно была брусчатка. Какие еще загадки хранит Брестский железнодорожный вокзал, сказать сложно. Но, несомненно, эта находка неожиданная, но приятная. Сохранить хотя бы часть брусчатки, значит подарить будущим поколениям шанс самим прикоснуться к живой истории своего города.